Ночной инцидент в элитном районе на 8-й станции Большого Фонтана наделал много шума в Одессе. По информации управления полиции, 15 мая около 23:00 на улице Красной Зори автомобиль Lexus был расстрелян двумя неизвестными. Якобы погиб адвокат, связанный с крупным иностранным инвестпроектом в курортной Затоке. По городу даже объявили план перехвата и усиленно искали стрелков. Правда, в истории много странного. Вот оно, место предполагаемого расстрела «Лексуса». Трава на газоне до сих пор хранит следы его протекторов. А на асфальте и бордюре большая красная лужа. Правда, похоже, она почему-то не на кровь, а скорее на варенье или томатную пасту. Еще и странности: ни на дороге, ни в траве нету ни единого битого стекла. Да и жильцы дома, перед которым все это происходило, ночью не слышали никаких посторонних звуков. Что очень странно, если исходить из версии, что здесь стреляли аж из двух автоматов, пусть даже с глушителями.